Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRessetInfo. Перед нами TCL-25G. И в этом видеоролике мы вам покажем, как поставить пароль на этот телефон. Для того, чтобы это сделать, нужно зайти в настройки. И в настройках мы выбираем безопасность, где видим безопасность устройства и экран блокировки. Здесь мы можем выбрать один из пяти вариантов и отпечаток пальца. Первый — это пароль, цифровой код, графический ключ, скольжение. Вообще нет никакой защиты или отпечаток пальца. Давайте, к примеру, я поставлю графический ключ. Нажимаю «Далее». Рисую еще раз, нажимаю «Далее». Дальше я выбираю уведомления на экране блокировки. Я выберу «Не показывать». Теперь я могу здесь еще добавить отпечаток пальца, распознавание лица, а также смарт-лок. Как это сделать, мы рассказывали в других своих видеороликах. Теперь, чтобы разблокировать телефон, мне придется ввести графический ключ, который я только что придумал. И на этом будем заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете писать их в комментариях. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пока.